Поставив момент на паузу, мы можем четко видеть, что медведь может умереть. Мы имеем три фуловых врага и Рубика, который к нам подходит. Связка, честно говоря, не самая лучшая, поэтому я приняла решение увести медведя на базу. И как раз к тому моменту, как мы вернемся, к нам успеет подойти Магнус, и, возможно, замес хорошо закончится. Увозишь? Куда ты меня увозишь? Да что ты делаешь? Ты пытаешься сделать как лучше? Спасти его, чтобы он не умер против троих, блядь. Чтобы он выжил, наверняка. Чел говорит, что ты делаешь. Ну, мне делать нехуй, я решила просто по приколу на базу слетать. Вот у меня занятий нету никаких, вот. Типа, я сижу, думаю, чем бы мне, блядь, заняться. Наверное, вот от безделья я просто возьму его на базу увезу.